Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. Для новых зрителей мне хотелось бы представиться. Меня зовут Светлана, я живу в пригороде Парижа, у меня маленький сынок, которому 2 годика, и сегодня у нас рубрика «Посиделки с подушкой». Это рубрика для тех, кто не знает, я отвечаю на ваши комментарии, на ваши запросы, на ваши письма в личную почту. И, так сказать, давайте поболтаем. И сегодня я хотела бы обсудить вопрос, который ближе к теме «Выйти замуж за француза». Этот вопрос волнует женщин, девушек, которые хотят переехать во Францию, выйти замуж за француза и сформировать семью. Очень часто в личную почту мне поступают сообщения с помощью, с просьбой дать совет, посоветовать, помочь, разъяснить, объяснить, что делать, если женщина вышла замуж за француза, то есть даже не вышла, а вот идет становление семьи, идет контакт русской женщины и французского мужчины, строится семья, планируется свадьба, есть, может быть, совместные дети, но стоит вопрос в голове женщины, материальный вопрос. Что будет происходить на материальном плане? Очень часто русские женщины на данный момент в современной России, и не только России, работают, у них есть свой бизнес, у них есть работа хорошая, часто у них есть квартиры или дома, то есть материально они обеспечены. Каждый, конечно же, по-своему. И вот этот страх приехать, бросить и впасть в зависимость от французского мужчины очень многих волнует. И сегодня я бы хотела, основываясь на моем опыте, просто не советовать. Советы я никому давать не буду. Просто послушайте, как это было у меня, что я пережила. У меня это второй муж, кто меня смотрит, знает. И с одним было не так, как с другим. Может быть, мой опыт кому-то поможет, кого-то успокоит и кого-то наставит на правильный путь. Вы знаете, приезжая во Францию, я не знаю, как сейчас, но раньше, вот я во Франции уже 11 лет, мы как-то... Наверное, подсознательно надеемся, что, я уже не раз это говорила, это в нашем менталитете, в русском, что мужчина должен обеспечивать женщину. Вы сейчас скажете, что это старомодно, что мы живем в 21 веке, что времена меняются, что женщины работают, что женщины учатся, что женщины строят карьеру. Я согласна с вами. Но приехав на первых порах, так сказать, в кавычках, пока вот все устаканится, пока вы получите документы, пока вы адаптируетесь, вы зависите от своего француза. И не только француза, я думаю, если вы едете в другую страну, в принципе, это то же самое. Да, вы сейчас скажете, что вот если я приехала с деньгами, я продала там квартиру, у меня там был бизнес, я заработала, это одно. Но иногда это не всегда так красиво, сказочно, что мы такие вот богатые женщины, современные, умные, приезжаем. Чаще всего мы приезжаем из России, ну, совершенно обыкновенными, может быть, с какими-то небольшими сбережениями. И этот вопрос нас беспокоит, потому что часто мы едем со своими детьми от прошлого брака, и у нас есть своя гордость. У нас есть стремление к чему-то, и мы не хотим просить денег у француза, или не знаем, как это сделать. Понимаете? Я не знаю, как сейчас вы приезжаете во Францию, но вот мне, например, было очень трудно насобирать в Сибири на билет и прилететь, знакомиться, потом улететь, потом снова прилететь и уже организовывать, переводить все эти документы, делать апостили, то и другое, мне пришлось попросить денег. Это ужасно,
Возможно. Но если мужчина настроен к вам серьезно, он знает ситуацию в России. Если он знает, что вы богатая, если он знает, что у вас есть средства, это одно. Но если он знает, что вы из обыкновенной семьи, обыкновенная женщина, я думаю, умный мужчина, который строит и хочет создать семью с вами, он вам поможет. Но это другой вопрос совершенно. Вы приехали, он заплатил, он оплатил, и потом просто начинается жизнь, начинается быт. Нам нужны женские штучки, нам нужны средства гигиены, уход, косметика, одежда, еда и так далее. Что делать? Француз на работе, а ты сидишь, у тебя нет документов пока еще, чтобы там нет карточки банковской. Ну, я рассказываю о себе, девчонки, потому что это было так со мной. Может быть, теперь сейчас это все по-другому. Может быть, вы уже приезжаете с картами там Master Visa или какими-то золотыми, Golden, и у вас уже все здесь работает, вы можете снять деньги. И то есть я хочу вам сказать одно. Вот эту ситуацию нужно обсуждать заранее. Как вы будете жить у него? Ситуация может повернуться, ну, все зависит от вашего мужчины, какой пост он занимает, кем он работает, какой у него взгляд на жизнь. Вы знаете, мне было очень-очень тяжело. И я приехала не с пустыми руками. Я все-таки, у меня были деньги, потому что я продала бабушкину квартиру. Мы разделили это наследство, так сказать, между сестрами, и я ехала вот с таким небольшим, потому что по французским меркам это вообще мизер просто, то, что мы там продали. Но все равно вот это грело мне душу, что у меня есть какие-то копейки, и если мне понадобится, я обязательно, ну, как бы, это будет мой начальный капитал, чтобы обеспечить меня первое время до работы, то есть... И он знал про эти деньги. Но я вам скажу честно, с моим первым мужем финансовый вопрос был очень-очень сложным. В какой-то степени на этой почве мы и расстались. Естественно, сейчас во Франции положение финансовое очень тяжелое. То есть есть много-много мужчин, которые, не только мужчин, работают и зарабатывают СМИК. СМИК это в пределах, не буду брать сегодня сколько, 1200 евро. Но нужно платить налоги, нужно снимать квартиру, нужно питаться, и нужно и телефон, и страховку. То есть от этой зарплаты не остается ничего. Когда я приехала, в принципе, я не вникала в этот вопрос. И видя, что он зажимается, видя, что он не хочет что-то сделать для меня, мне что-то купить, а я приехала такая своенравная, красавица, мне хотелось и французских духов, и платья, и косметику, и еду всю попробовать. То есть я не понимала. Вроде любовь-морковь, а он тут зажимается, прижимается. И я думаю, что вот с его стороны это было тоже глупостью не ввести меня в курс дела. То есть если бы он вот посадил меня и сказал: ты знаешь, моя хорошая, вот у нас такое финансовое положение, вот столько я плачу, вот столько я должен, вот часто у них бывают кредиты, если они были уже женаты, там в первом браке нужно платить алименты, нужно кормить, то есть отдавать какие-то долги, то есть это очень-очень часто и на каждом шагу. Часто у них кредиты на квартиры. Это бешеные суммы. И вот если бы он меня посадил, разъяснил, я не такая дура. Я бы поняла, я бы вникла. Ибо я бы поумерила этот гонор. И не было столько бы обид, не было бы столько слез и вот этого тяжелого на сердце, что да он просто жадный француз. Он не хочет платить за меня. Нет, это сейчас я понимаю. Это сейчас я смотрю на него другими глазами. И сейчас иногда мне стыдно за мои поступки, которые я делала. Но это даже один из пунктиков. И вы знаете,
Вот часто меня спрашиваете два вопроса, которые соприкасаются. Насколько нужно знать французский язык? А вот настолько нужно и знать, чтобы в этой ситуации вы не оказались в каке, чтобы вы поняли, о чем вам говорит, и чтобы вот не было этих обид, этой ругани и этого непонимания. Вот настолько нужно знать французский язык, потому что на английском вам этого не объяснит, чтобы он показал вам, вот она, фактура, черным по белому, вот столько я должен, а вот столько я зарабатываю. А еще я вам советую лучше, чтобы вы уже знали французский и затронули эту тему еще там, когда вы дома. То есть поговорили с ним по телефону, по скайпу, я не знаю, как вы общаетесь, обсудите это. Обсудите, какой у него не то что достаток, что вы будете делать. Вот вы приехали, какую сумму он будет вам давать? Я знаю, что многие, вот сделал так мой муж моей сестры, например, он сразу же делает карточку банковскую на два имени, то есть семейную. Ей может пользоваться и муж, и жена. И, естественно, здесь уже все на доверии. Это же он вам говорит, что я зарабатываю столько, а вы, которые хотите создать семью с ним и иметь детей, вы уже решаете, пойдете ли вы разбазаривать все деньги и накупать себе Chanel и Dior, или все-таки задумаетесь о семейном бюджете, и для вас его отношение, его искренность и открытость и честность по отношению к вам дороже всего материального. Это вам уже решать. То есть это один из вариантов. Может быть, что он сделает вам карточку. Мой муж не хотел, бывший муж, никогда не хотел иметь общую карточку до такой степени. Он, наверное, боялся. И сейчас я понимаю, наверное, не было у него доверия и такой вот любви ко мне, чтобы открыть счет совместный. Потом уже, через некоторое время, он решился, но было уже поздно. Уже я этого не хотела. Также в моем окружении были подружки, у которых было по-другому. Не было карточки, но муж, получая зарплату, вот была где-то там какая-то баночка, коробочка, он выделял деньги. Вот столько-то это было на еду, а столько-то вот на расходы. И ты уже, моя дорогая, решай, как ты будешь распоряжаться этими деньгами, бери их и сама. А в конце месяца, если уже ничего не останется, будем сосать лапу, как говорится, в кавычках. То есть вот такие варианты. И вам нужно разговаривать по этому поводу. Также французский мужчина может открыть вам счет. Но я думаю, что не сразу, потому что некоторое время вам нужно ждать carte de séjour или RSPC. Я уже и забыла, столько лет прошло. И потом вам только откроется счет в банке. Вы должны предоставить justificatif de domicile, то есть это фактуры, что вы живете вместе на газ, на электричество, на воду. И потом уже он может от своей зарплаты вам перечислять деньги. Я сегодня говорю вот об этом первом, самом трудном этапе. Если у вас свои средства, вы уже сами там решаете. Вы распоряжаетесь, вы платите или он платит. Когда у вас есть документы, это уже другое. Вы решаете, пойдете ли вы работать, будете зарабатывать и вкладывать эти деньги в совместный бюджет. Я хочу вам только сказать одно. На моем опыте французский мужчина, он в 90% хочет и даже не мыслит, что женщина не будет работать. То есть женщина для него должна работать, должна зарабатывать деньги и вносить эти деньги в семейный бюджет. То есть платить налоги, платить фактуры, или, как вы там уже решите, она платит все, что касается курсов еды, а он уже платит какие-то и свет, и воду, и электричество. Ну, в голове у него, что женщина должна работать. Очень редко здесь встречаются мужчины, которые просто вот так соглашаются, что да, женщина не будет работать, что она будет сидеть дома, что она будет заниматься детьми,
и так далее. Я, наверное, солгу, если скажу, что мой муж, он вот так вот просто согласен сегодня, чтобы я оставалась всю жизнь дома и ничего не делала. Но даже сидя дома, в принципе, я всегда что-то делаю. Или я делаю мои штучки такие креативные, или мебель я ее продаю, или я гравирую по стеклу, я это продаю, или я продаю вещи. То есть у меня на руках есть всегда какая-то сумма. Эта сумма мизерная. Наверное, это мизерная сумма по вашим, как бы сказать, по русским меркам, я думаю, потому что сейчас я не хочу никого обижать, не хочу подводить какой-то итог, но я думаю, что зарплаты в России все-таки сейчас довольно-таки больше, чем были, когда я была в России. То есть 100 евро я всегда могу наскребсти. Мой муж никогда не просит деньги на еду. Многие у меня спрашивают о финансовых, как мы ведем финансы. Это совсем другой сюжет, это совсем другая тема. То есть эти вот финансы нужно обсуждать сразу. Потому что если вы не обсудите это, на этом строится жизнь. Это какая-никакая база. Конечно же, первое – это ваши отношения, это любовь, это чувство. Но второе – это материальная база, на которой вы будете строить ваш дом, вашу семью. И если вот этот фундамент, так сказать, он будет шаткий, с непонятками, с какими-то, если можно так выразиться, то все, дома этого как такового не будет. Однажды он просто рухнет, как рухнула моя первая семейная жизнь, и вам придется строить жизнь снова. Ну, что вам еще добавить? Не бойтесь, дерзайте. Но не надейтесь, что здесь вот просто взяли вам и конфетюром, и маслом намазали. Всякое бывает. Бывают очень тяжелые ситуации, когда женщины уливаются слезами и не знают, как найти выход, потому что у них нет денег, чтобы вернуться домой назад. Бывают очень прижимистые французы, будем честными. Потому что сегодняшняя жизнь во Франции, она в финансовом плане очень-очень тяжелая. То, что вы видите сегодня за моей спиной и в моих видео, эти все красотульки, все дома, может показаться, что здесь богатство, роскошь и так далее. Это все не так. В основном я создаю все это, я так делаю, как бы сказать, если можно выразиться, из дерьма конфетку. Есть такое выражение, ну куда деваться. Просто я люблю этого человека, хочу с ним жить. У меня общий ребенок. У нас нет каких-то там богатств, у нас нет богатых родственников. И мы стараемся выкарабкать. У нас самая дешевая машина, даже не буду скрывать, у нас Peugeot 107, это самая маленькая, маленький автомат, который был куплен для меня, чтобы я научилась водить, который куплен в кредит на года. За него мы платим. Мой муж, он работает в страховой компании, обыкновенным служащим, и получает, как многие-многие французы, не буду говорить сколько, потому что вы сами понимаете, сколько получает служащий страховой компании. И я выискиваю хорошие вещи недорого. Я пытаюсь построить мою жизнь так, как я хочу. Ну, я не скажу, что сегодня мы можем себе позволить полететь куда-то в путешествие, или я не могу себе позволить, не подумав, купить тот же телефон, айфон, или мой муж купит себе какой-то Мерседес, или машину, или Порш, как я часто вижу на Ютубе видео русских женщин, и иногда я просто говорю, вот это да, вот это так они живут.
Я не могу себе позволить ходить по салонам красоты каждую неделю. Нет, время от времени парикмахерский, потому что здесь это стоит очень дорого. Извините, голос теряется. То есть, но сегодня не об этом. Это не то, что жаловаться. Я знаю, что все это преодолимо. Я знаю, что сегодня я не работаю. Я знаю, что завтра я могу встать, пойти работать, и у нас будет больше денег, что мы можем снимать квартиру, брать кредит и осуществлять нашу мечту. Самое главное, чтобы эта мечта у вас была, чтобы у вас была цель и у вас было желание остаться с этим человеком. Ну, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Я всем вам желаю счастья, здоровья, любви и материального благополучия. Всех целую, всех люблю. Ваша Светлана Франция.